Так, выспались в машине, да? Алиса отдаленная. В прошлый раз нас обоих грохнули, так что это не надо тут. Че, давай отпускаем. А, типа мне найти другую одежду и постричься. Дверью хлопни. Нет, не хлопнул. Так. Правильно ли я понимаю, что мне все равно к этому дегенерату нужно будет лезть, да? Нет, 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 ну-ка, хоба. Dev to Android. Я уже прочитал. О, ни хрена, тут и Android валяется. Ни хрена себе! Вы чё? Дебилы что ли, блядь? Так, чё у нас в багажнике? А у машины колёса-то не спущены, нет? Но этого колесо отсутствует, а это не спущено, то есть машина сравнительно недолго стоит, да? Открывай! Чё ты там, чё ты там это звуки смешные издаешь? Не надо смешных звуков. Взять. Не надо, блять, вот. Сейчас это вот тут все кого. Посмотреть квартал. Вон же что-то валяется, что ты? О, и все пропало. Прикольно. Типа пока у меня в руках монтировочка. Давай, открывай. Хаба. И девочка проснулась. Так, одежда. У меня в прошлый раз другая одежда была, да. А там, в том доме, полоумный дебил. Да в то андроид, блин. Чем постригаться будем? Тоже монтировкой какой-нибудь, нет? Вот, какая-то там херня валяется. А, журнал. Киберживность. Ну-ка, что там? Новый киберзоопарк. Кожистые черепахи, полярные медведи, горные гориллы, слоны, несколько пород тигров. Ну ладно, ладно. Да, давай. Борцы за охрану окружающей среды. Опять херню какую-то там написали, в общем. Канада остается без андроидов. Онтарио, Квебек, Манитоба. Саскачуан, Альберта, не знаю такое, Британская Колумбия. Нифига себе, такие прикольные названия так-то. Ладно, идите нахер. Да, нужно журнал в лужу обязательно положить. Так, ножницы. Взять. А нахер ты стрижешься-то? Чё за прикол-то? Оп. Смешная такая. Завершить.
На. Да, ножницы я бы на твоем месте лучше взял. Судя по тому, где мы тут тусуем вообще. Лучше уже, блин, ты ножницы взяла. Пырнуть, например, кому-нибудь. Так, сейчас беготня будет, правильно я понимаю, да? Классный дождик. Ну, реально красивый дождик. Сбежать из района. Так, давай, будись. Эй, йоу. Интересно, как это по сюжету объясняется? Говорю для тех, кто уже смотрел видяхи, либо там знает прохождение. А те, кто не знает, лучше вот прямо сейчас на счет 3 заоткройте уши. Раз, два, три. То есть это же девочка, она же робот. Что, она вот сейчас лежит, притворяется, что ли, получается, что ли? Так? Типа я сплю. Вставай, давай. Батю, говорит, твоего застрелила, нормально все. How do you feel? I'm cold. Куртку я тебе. Куртку я тебе свою не отдам. That android we saw yesterday. He gave me an address. He said we could get help there. The train passes just on the other side of the road. Station can't be far. Так. Let's go then. Ну куртку-то ёкарный бабай, блять. Так. You're pretty like that. В смысле pretty like what, блять? Так. Отсюда не пройти, да, я правильно понимаю? Сука. Ладно. Бежим. Вот вы-то сейчас как раз вот привлечете внимание, будете вылазить через эту херню. А вон Коннор стоит. Got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Сейчас беготня будет, в общем. What are you gonna do with that? Да стоит и стоит. No idea. It took the first bus that came along and stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned. It was driven by fear. Androids don't feel fear. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. All right, well, that still doesn't tell us where it went. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. У тебя за спиной они сидят. Maybe it didn't go far. Maybe. Бля. Уходим, уходим, уходим. Эй, в смысле? В смысле, блядь? Стой! Так, уровень опасности 30.
44. Я что, так давно играл? Что-то я не помню вот этих всех приколов. Уровень опасности. Так, полицейский. Ой. Так. Погоди, ну красный свет же горит. Ну пойдем быстро. Уходим. 60 накопилось. Блин, я не помню что-то вот именно такого прохождения. Что-то при прошлом прохождении, по-моему, такая беготня была. Просто сразу. Эй, в смысле? Бля. Семь из два. Давай ждем зеленый цвет. Пошли. Опасность 20. Чё там? Чё там? Оба. Чудо. А. Эй, блядь, иди нахер. Как? Откуда, блядь, они вылезли нахер так быстро-то? Ты чё, старикан? Тебя накрыло, что ли? Эй. Йоу. Ходим. Так, стоять опять, полисмен. Так, типа, либо сюда, либо на остановку. Давай спрячемся. Это, кстати говоря, подсказка, как не умереть в конце игры за Карл. Нужно, блин... В общем, смысл какой? Ближайший вариант, который вам предлагают, нужно использовать. Вот так вот. И всякие ваши эти приколюхи. Типа я самый умный буду, все дела. Он еще засечет, да? Нет, не засек. Ушел. Да ладно, серьезно ушел. Без беготни. Блин, прикольная игра. Вообще реально прикольная. В этот раз просто на поезде уехали. А в прошлый раз такие попрыгушки были через дорогу. Я аж охерел, блин. Ну, ушли, Алиса, блин. Не сыкотно тебе? Она, блин, вся сырая. Ёкарный бабай. Очень трогательная сцена. В бегах. Прикиньте, всего 20% завершено. Всего. А, вот этот Мариан, да, 20. Давай мировую статистику. О, все. В предыдущем месяце что-то не пошло у меня, блин. Утро на парковке 24%. Большинство, судя по всему, в доме с полоумным андроидом вот здесь вот. Еще меньшинство это вот с бабками, бля, да, вы нашли одежду. Русые, черные, белые. Русые, прикиньте, я им самый маленький процент выбрал. У полиции нет зацепок. Коннор рассматривает магазин. Да ладно, прикольно. На улице. 51%, прикольно идти в сторону станции.
пробраться мимо полицейских. Прикиньте, большинство так-то попались полицейским. Вы добрались до поезда 22%. Прикольно. В бегах миссия называется.